Ну, а в России вы сами за рулем или у вас водитель? Нет, сам за рулем. Я обожаю машины. Угу. И, наверное, я человек абсолютно спокойный на подарки. Я а даже... то есть вам машины дарят? Не-не-не, к тому, что я... Это предисловие. А так? Потому что я спокоен, когда мне дарят. Я, наоборот, даже немножко стесняюсь, закрываюсь. Ну, я не люблю, я как-то... У меня все есть, у меня все хорошо. У меня есть дочка и жена, все. Мама, мне не надо больше ничего. И собачка Варя. Собачка Варя, это просто это отдельное, да. Отдельное событие. И машины, вот какая-то... То есть на вопрос, тебе это или это, я спокойный к тому и к другому. Но вот машины, вот это, наверное, единственное, к чему я... так немножко очень трепетно отношусь. Угу. Ну, у вас, наверное, как у всех спортсменов, Audi, да? Нет. Нет? Ой, потому что я-то выиграл в 2002 году. Первая звезда спорта. В то время мне дали ваучер на приобретение бесплатного, значит, бесплатный 100 килограмм черного шоколада. Так. Это был 2002 год. Мама до сих пор его пытается съесть, эти 100 килограммов. А у него там сейчас Audi дают. Годности, там, шоколада как? Ну, вот так, вот такие подарки. Сейчас ключи от машины, например, какие-то телефоны и так далее. Все развивается в этом мире. Да какая машина? Давайте пропиарим. А то у нас все время Audi, да, Audi. Феррари. Это вот единственная любовь. Понятно. Знаете, как есть человек и Мерседес, человек BMW, я человек Феррари, мне больше ничего не надо. Ух, на Феррари это сложно соблюдать, да, скоростной режим. Ну, просто вот нереально. Это вот машина. Нереально. Да. Но здесь таких проблем, как в Коннектик, не может быть, потому что вы звезда, я думаю, что гаишники как-то... Не-не-не-не, у нас да? очень строго относятся, и много раз останавливают здесь, просто проверка документов. Угу. Я говорю, ну сколько можно, уже там третий пост сегодня, а угу. говорит, у нас рейд. То есть, я очень рад... на красные машины? Нет, просто проверка. Но я считаю, что в нашей стране, знаете, как в Америке, они не имеют права просто так останавливать. Uh-huh. Не имеют, просто для проверки. Uh-huh. Я считаю, что у нас нормально, что останавливают, проверяют, потому uh-huh. что... у нас не Америка. Да, у нас не Америка, здесь надо пожестче. Тем более, я очень рад, что за пьянство за рулем сейчас да. очень жесткий, потому это что... правда. Ладно, ты сам разобьешься. Но это хрен с тобой. Но вот то, что будет с другими людьми, это, конечно, mm-hmm. непростительно. Mm-hmm. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.